Доброе утро, дорогие друзья! Александр Дмитрий, канал «Ради Голды» приветствует вас, наших самых любимых зрителей, хейтеров и так далее и тому подобное на этом YouTube-канале. Что сегодня уже? Пятница, 6 сентября, 7:44 у нас на часах, утро. И что, как вы думаете, к 9 у нас подача, а это значит, что City Start снова долгое время не врывался в игру и ворвался с наличкой 14.040 рублей по двух грузчиков. На проспект Вернадского едем, лифты пассажирские, на 3 часа 14.040. К перевозке книжный шкаф, 6 стульев, сервант, небольшой тумбочка и холодильник 2 метра. Ну, по крайней мере, и так указано. От меня хорошего дня, отличного настроения, здоровья, ну и адекватнейших клиентов. Дмитрий, что добавишь? Да все, нечего больше добавить. Все, мужики, дабы не затягивать это видео, полетели. Все расскажем, покажем. Хотите работать доставкой и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Expert Park. В 2024 году Expert Park получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе Expert Park 2.0 с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Expert Park. Ледяное сердце, глаза сапфир. Мне так спокойно, будто по мне морфин. Меня где-то ждут, но не пойду. Толпе не узнать, ведь я сменил скин. Белел фэмили, мы как семья и со мной мои братья. Даже если останется мало хп, то мы все их потратим. Пока не придет она тощая дама в своем черном платье. Ну что, мужики, клиенты у нас пожилые люди, мы все уже упаковали, все уже подготовили. Пока не забыл, пацаны, перебью Дмитрия и спешу вам сообщить, дорогие наши радиослушатели, зрители, что грузоперевозки по-прежнему это полная хуйня, да не заработать, да все хуево. Все. Все. Всем удачи, всем пока. По возможности будем снимать, потому что клиенты везде с нами. Клиент адекватный. Клиенты везде с нами и поедет он тоже с нами. Поэтому по возможности будем снимать, показывать что-нибудь. Ну а по возможности не в лифте будем. Только, да. И да. То, когда одни. И то, блядь, когда одни нахуй едем, ебаный. Нехуй клиента смущать. Но. Он должен, блядь, радоваться. И поедет он тоже с нами, поэтому нахуй нехуй там снимать, блядь. Мужики, на этом канале выебоны не закончатся никогда. Презент от самых лучших клиентов. Еще раз напоминаю, заказ по City Start 14 рубасов на 3 часа, но я думаю, немножко побольше возьмем. Бадагони, Джорджия, сука, белиссимо. Пацаны, мы как бы не выпиваем, пацаны, да, мы как бы вот. Хоть мы ебнутые, но можно быть ебнутым без алкоголя, без всякой хуйни. А мама будет рада. До свидания. Пока. До свидания. Вот холодильник липкий, а у нас вот такой вот мощный, двухметровый. И все, всем пока, всем до свидания. Да. До скорых встреч. Выгружаться будем, мужики, вот на такой вот участок. Не совсем все дорого-богато, но достаточно тоже хорошо. Ну еще у нас 6 стульев. Вот это вот стенка, не стенка. Шкаф, не шкаф. Ну и немножко мелочей совсем. И холодильник тяжелый, липкий, немецкий. Не пойду на небо петь, вот то я пил. Убил своего ангела, забрал ним. Я все так же в Англии, и все так же крип. Этот пик ебёт, ведь его сделал мир. Ледяное сердце, глаза сапфир. Мне так спокойно, будто по мне морфин. Меня где-то ждут, но не пойду ним. Толпе не узнать, ведь я сменил скин. Через призму я палю в тепловизор. Я все дышу, белый призрак, вижу там кислотный сезон. Чистый лизер, как лавина, опустился на мой мозг. Мысли липкой паутиной, делаю глубокий вдох. На моей спине мерцает красный третий глаз. Цифровая кожа, сердце сквёрше, чем алмаз. Ведь знаешь, что я мистик, джаз, знаешь, что я стелс.
сердце в глаза сосед. Не так спокойно, пусть по мне морфит. Меня где-то ждут, но не пойду. Тем временем, мужики, находимся мы опять на перспективе Анаскова. Сделали небольшой как бы рейс. Одна, в одну сторону было 52 или 53 там, километра буквально. Да. Вот, около ЦКАДа все это дело находится. Кругорейс 105, да? Кругорейс 105. Плюс от дома еще доехать. Да. Короче, 150 пока уже километров будет. Поднимаем последние позиции. Получается, там позиции тоже некоторые забирали. Ну, я показывал, по-моему, что-то. Вот, ну, как-то так. Потом расскажем, что по стоимости и что вообще планируется дальше. Ну что, мужики, первым делом давайте похвастаемся. Давайте первым делом похвастаемся и при вас достаю. Это вы уже видели. Да. Красная полусладкая. Дали нам еще помидор. Немножко лежат на полу, потому что ложить уже некуда. И вторую брату в рюкзак засунул. Сейчас тоже покажу. Еще, мужики, подарил вот такой вот пятизвездочный армянский, как он сказал, коньяк. Угу. Но тут ничего не понятно, тут на русском, я не знаю, будет, может быть, сзади что-то написано. Ну да, коньяк. А, пятилетний. Пятилетний, ну, это пятилетний, вот. Пятизвездочный. Пятизвездочный. Это и считается, да. Сорт урожая, короче, что-то там. А, сорт винограда, короче, какой-то виноград. Год урожая 2017. Место происхождения винограда Армения. Вот такая вот, короче, тема. Ну, не знаю, если кто-то шарит, тот шарит, но мы в таком не шарим. Нам подарили и все. Ну что, мужики, мы уже перекусили немножко тем временем. И вообще, я понимаю, что вам не важно, перекусили мы, не перекусили. Перейдем к самому главному, что по оплате, что по сумме. Взяли с него 21 с копейками там с какими-то. Ну, короче, даже 22 тысячи можно считать. А комиссии сколько, Саш, перевел? 4 тысячи. 4 тысячи рублей. Ну, еще не перевел, но переведу. Ну, переведешь, ну, понятно. Ну и все, и вышли на линию. Пятница у нас сегодня в Яндексе, как обычно, не пятница. Люди жалуются, люди негодуют. В чатах мы там чуть-чуть так заглянули. Ну и сами выдвинулись в центр, поскольку там хоть что-то горит. Ну и может быть хоть какой-то коэффициент возьмем. А может быть и не возьмем. Посмотрим вообще, что будет приходить. Будет ли приходить, блядь. Будет ли приходить с грузчиками. Будет ли приходить адекватное. Потому что если, блядь, будет приходить все же близкое, но если ты позвонишь, там будет ебань, то этот клиент будет послан нахуй, блядь, парни. Вот, все, поехали. Дальше все расскажем. Глубина, она так сводит с ума, не даст замкнуть мои глаза всю эту ночь, но вам без сна. Глубина так сводит с ума, каждую ночь я снова без сна. Там, куда уйдем, всегда без сна, прошу, достань мой тел со дна. Глубина. Ну что, мужики, приняли все-таки заказик, два грузчика, большой кузов. Займет около 45 минут. Загрузка у нас в Люберцах, а выгрузка на Зеленодольской улице, как вы сами можете видеть. Что, загрузка будет происходить из контейнеров, и, соответственно, получается, повезем каких-то 40 упаковок стульев. Стулья такие, как получается, как в столовой, он сказал, и на выгрузке там какой-то склад, а-ля почта. Надо будет, ну, одному человеку подавать с улицы, а второму по конвейерной ленте, ну, что-то там ставить, потом что-то снимать. Ну, посмотрим там уже по ходу дела. Ну что, парняги, снова этот канал, снова Александр, мой самый топовый брат, врывается в игру, чтобы разъебать, чтобы быть униженным, чтобы Яндекс унижал нас, нагибал нас. Ну и все, чтобы вывозить все за бесплатно. До свидания, здоровичка. Все, до свидания, котельнический проезд, поехали. Да замкнуть мои глаза всю эту ночь, но вам без сна. Глубина так сводит с ума, каждую ночь я снова без сна. Там, куда уйдем, всегда без сна. Прошу, достань мой тел со дна. 20 тысяч лет под водой. Все, мужики, по-быстрому закинули 40 вот таких вот упаковок стульев. Целая машина забита. Че, мужички, пока еще не видели, что по цене, по традиции, как думаете, что по цене? Я думаю, что этот заказ был заказан в течение часа, и его цена будет где-то примерно 3300 где-то изначально. Где-то 3300, да, наверное. Че, Дима, думаешь? Где-то так же. Где-то так же, да? Давай ехать посмотрим. Нам показывает 10 километров, 17 минут. Куда едем, я уже сказал, все показал, и давай посмотрим стоимость сейчас. Ну что, просто, как обычно, пятерочку. Ну что, ребятки, опа! 3200! 3200, 17. Ни вам, ни нам, нахуй! Пожалуйста, пожалуйста. Все, поехали.
Заказ, мужики, очень легкий, стулья эти реально очень легкие, даже я не знаю, пойдет, там, пойдет. Ну по килограмм, по два может быть, там, ну то есть вообще стой, очень прям легкие. Ледяной волной, заберу на дно я, где всегда темно я, задержи дыхание, там не надо слов. Это монолог, и мы станем пылью, им станет все равно, кем мы раньше были. Мимо смока, мимо линий, и мы все забыли, я. Или красивее цветущих лилий, теперь это гниль, я. Красота в уродстве, нас затянет тяжкий ил, я. Иди сюда, не бойся, мы унесем с собой все в иной мир. Там, куда уйдем весна, как пел дельфин. Глубина, она так сводит с ума, не даст замкнуть мои глаза всю эту ночь, снова без сна. Глубина так сводит с ума, каждую ночь я снова без сна. Там, куда уйдем, всегда весна, прошу, достань мой тел со дна. Ну что, парни, все, подтверждаем вручение, готово. Что у нас, 3300 примерно выйдет? Да плюс, конечно, плюс. Так, не вышло. 3282. Ну, а чистыми... Так, слоты, кинь нахуй слоты. Заказ был за безнал. Чистыми, я думаю, что примерно 2200. В принципе, что, Яндекс, ничего нового. При всем при том, что это кузов Эли 2 грузчика. Выполняли мы его... А сколько? А минут 50-40. Нормально, пойдем. По концовке этот день, а также это видео подходит к концу. В целом по времени мы могли бы выполнить что-нибудь еще, но из-за того, что начали работать рано утром, уже не было никакого желания. Общий заработок, а также приблизительный пробег вы видите все у себя на экранах. Не забывайте смотреть другие наши видео по Яндексу, а также подписываться на наш YouTube канал. Ну и пока, всем пока. Каждую ночь без сна прошу достань мой тел со дна. Бездна смотрит мне в глаза, и я...